Всем привет! Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси, и это пятая часть, пока что маленькая, еще тоже часовая. Но у нас еще все это будет долго продолжаться, честно, что в Хогвартсе, что в Ньохе. Даже, как сказать, долго, еще очень долго, потому что Ньохе, как посмотрел, я прошел процентов 20 только. Там, хрен его знает по процентам соотношений, там ужас просто пока что. В Хогвартсе вообще, наверное, даже и 5 нет процентов пока что. И это больше месяца точно будет. Вот. Такие вот дела. Так. Секунду. Секунду. А что, у меня наушники отключили, что ли? Да, они отключены, прикиньте. И не заметил. Все висит очень сильно. Все очень сильно висит. А звук есть? Вроде есть. У меня тоже есть. Все нормально. То, что он в меню подлагивает, это не ок. Я не помню, какие настройки ставил в прошлый раз, кстати. Средние. Это средний. Сейчас. Окей, она вроде разошлась. Если внутри не совсем уже столпотворение, возможно, тебе удастся познакомиться с Сироной. С хозяйкой. Она сама любит. А, мы это уже были уже. Я ж там сохранился. Ну это вообще не ок, сейчас. Или тут вообще все зависло, это что за фигня? Да блять, ну запустись ты! О, пошло. Так, развернул. Это что такое? Уйди, закройся. Короче, я какую-то херню писал. Сейчас посмотрим. Ужас. Какой ужас. Почему она так хреново работает? Я, кстати, почитал то, что она, да, она у много кого хреново работает. Не знаю. Это прям больно. Это пятая часть. В прошлый раз вот в этом месте закончили, сюда, по-моему, директор забежал. Же директор был. Охуеть. Знаете, что самое прикольное? Оно одинаково лагает, что с записью, что без. Что с высокими настройками, что с средними. Абсолютно одинаково. Но может там чуть-чуть разница. И что, он тебя не боится мерзаться вроде Роквуда и Харлоу? Охуеть. Ну вот смотрите, я настройки не менял. Я настройки не менял. Нажми на паузу, пожалуйста. Если профессор Уизли еще не знает на нападении. Что произошло? Я настройки никакие не менял до этого. Понимаете? Но дело в том, что она лагать стала сильнее, чем в прошлый раз, когда я записывал. Как это работает, блядь? Как? Типа быстрое перемещение нужно сделать? А я не хотел. Ну ладно.
Можешь пофиксить что-то скоро. Но ужасно работает игра. У меня прям... Она так работать не должна. В любом случае, даже если у меня есть какие-то там проблемы с процессором. Не лагает. Вот что? Почему она сейчас не лагает? Вообще не лагает. Даже предпосылок на это нет. Окей, мы на улицу не выходим. Так, мы получили сову. Что? О, это... О, эскейп, руководство. Что? Угу. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Почему он ко мне пристал? Это разве моя проблема? По-моему, это он там где-то работает, и он должен с этим разбираться. А я ученица вообще как бы. Разве нет? Чего он ко мне докопался? Не лагает. Я ничего не делал! Вы же видели, я... Вот она лагала, и мы вернулись в Хогвартс, перестал лагать. Что за фигня? Как отсюда выйти-то вообще? Это чья комната? Так, я возьму у вас деньги, пожалуй. Чё? Это пустой сундук? Ладно, пошлите наверх. А это чё? Воу! Вау! Какой дизайнерский туалет! Охренеть! Извините, Alt F2. Alt F2, говорю. Вот после Alt F2 начало лагать, конечно. Менюшка пока от GeForce не высветилась. Что это за кадр? Так, а знаете что? Я же в прошлый раз оконный режим, что ли, там что-то врубал. И она в прошлый раз не запускалась из-за этого, ну-ка. А, она у меня вообще сломалась, что ли? Прям в душу смотрит. Даже кадры не делается. А, делается. Просто плечи сделается. Чего-то. Ладно, давайте перезагрузим, что. Какого хера? 0 минут 44 секунды. Это то есть, когда меня в Хогвартс переместило, походу. Блин, ну какого. Ну да, давай мы будем зависать на просто в рабочем столе. Ужас. Ладно, сейчас я запущу. Продолжим. 8 минут прошло в прошлый раз. Я уже сделал кадр на всякий случай, чтобы, ну, запись не крыжить постоянно. Сделал, ну, конечно, вау. Восхищаться туалетом это сильно, конечно. Ну, ванной, ладно, не туалетом. Блин, а почему бы не сделали бы они, типа, анимацию, вот, умывания? Как он блестит круто. Блин, шикарный туалет. Ну, ванна, окей, опять я запутался. Это выглядит охерительно. Извините. Тут спорить сложно с этим. Почему она не лагает? О! Она сдохла? А, не живая. Это что такое? Огромный снич?
Почему он его так сильно любит? Классно. Это, кстати, существо, это существо позволяет очень быстро разбогатеть. О, ничего не лагает. Не могу поверить, что профессор Блэк остается директором школы. Он же явно ненавидит эту работу, и нельзя сказать, что ему не хватает чего-то там. Ну не лагает же. Так, еще раз, секундочку, проверим. Да, все быстро запускается, отлично выглядит. Шикарно. Оп. Готово. Так, как там? У меня 12 надо нажать, чтобы заменять потом. Опа, это что такое? Что-то нельзя пока ничего поместить. Тут можно улучшать комнату, что ли? Здорово. Охрень, дверь открывается страшно. Я аж испугался. Блин, это стрёмно. Это очень стрёмно выглядит. Ну, вообще не лагает, даже предпосылок на это нет. Ой, ладно, всё. Я сглазил, всё очень. Так. Перчатки для грубой работы. Где это смотреть? Снаряжение, типа? Ага. В принципе, неплохо выглядит. Выглядит неплохо. Оставлю. Не знаю, вот эта херня какая-то, ну серьезно, есть что-нибудь получше. Может, когда-нибудь будет. Вообще гопник какой-то будет. Рукоятки. А, тут еще можно типа найти новые. Ну и ладно. А стоп, там какой-то еще секретик был. Вот это. А, к Спигу надо идти. Окей. Куда тут? А, у меня уже отмечено. Забить, короче. Я буду вечно тупить. Вот, начала подлагивать. Почему? Просто с нихуя начинает лагать. Все? Загрузила? Не, не загрузила. Какой яркий свет был. Так, вправо. Блин, как это охерительно выглядит. Сука, не лагай. Так, все, ладно, терпим. Может, во время нашей игры вообще в Хогвартс что-нибудь выкатит, что перестанет так вести себя игра. А, мне сюда. Походу. И кто-то направо здесь. Ага. Я не знаю даже... А, вот, сместилась картинка у меня. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Ого. Круто. Этот коридор я помню.
А серьезно, музыка играет в Хогвартсе? Я просто ни разу не слышал, там Пинка смотрел. Типа, в Хогвартсе играет музыка какая-то классическая постоянно. Так, как там, Эр, что ли? Нет ничего здесь. Это что-то звенит. Сундук. И что, там пустой он, что ли? А, вверху сундук еще. Но это уже не моя проблема. Обнаружена точка с летучим пламенем. Отлично. Какая приятная встреча, моя юная подруга. А, это ты что говоришь? Агата Вилдсмит. Что-то знакомое, кстати. Как будто когда-то где-то о чем-то говорилось. Блин, ну что ж такое-то? Прям хочется постоянно фоткать. Да, на открытых пространствах, короче, игра очень плохо себя ведет. Вот он сейчас даже не открывает GeForce. Открылось. Как там убрать это? Сделать снимок? Да, блин, не то нажал. Все, все хорошо. 15 минут прошло, мы ничего не сделали, вообще ничего. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручает вам за подробностями обращаться к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Блэк? А он что, имеет право поручать что-то? Почему у тебя так хлам такой? Что за срач? Ладно. Профессор, как же славно вас видеть. А уж я как рад. Слава Мерлину, вы целы? Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще в Хогсмиде. Сэр, тролли были в доспехах с тем же тем свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? И зачем отправлять в тролли его... Это из-за меня. Мне удалось случайно подслушать разговор Ранрока с Виктором Роквудом. Ранрок был в Хогсмиде? Да еще с Роквудом? Тролли должны были всех отвлечь, пока Роквуд разделался со мной. И он бы разделался, не мешав Сирона и посетителей трех метел. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины, Ранрока и темные волшебники, значит им нужно содержимое того сейфа. Типа, еще один вопрос? Раз уж вы упомянули о сейфе, как вы полагаете, может ли Ранрок сотрудничать с гоблинами в Гринготтсе? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготтса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличаются чьей-то честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившегося с тем бедолагой Бангис и гоблины Гринготтса никогда что-то там... Короче, я не могу так читать быстро. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да-да! Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку, а точнее в запретную секцию, и немного дальше я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Идем? Да не, ваш энтузиазм. И мне тоже не терпится узнать, что же там будет, но... После тех событий в Гринготтсе, не говоря уже о том, что случилось с Мирием, одно я знаю точно. Наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанимались с профессором Гекком. Но, сэр, кто может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправимся туда просто за книгой, нужно быть готовым ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство в защитных заклинаниях. Ага. Я сообщу профессору Геккару, что вы придете, наверное.
Ой. Ну и ладно. А больше ничего не падает, я хочу еще что-то у него сломать. Что это было? У него здесь ничего нету. Perhaps I'll come back to this. Странно. Странное стекло. Очень странное. О, чел, ты что там делаешь? Блин, даже столько денег стоит. Все это вот это добро, которое тут есть. Пол, конечно, великолепный, да. Ты смотришь на меня тоже? Ты не живой? А почему? Ну ладно. Что происходит? А, это опять этот, что ли, Пивс? Да что такое-то? Где-то колокольчик звенит, не знаю что. Может быть, и найдет туда добрая душа, что-то там, ля-ля-ля. Ты в порядке? Разве ты не знаешь, что я? Зиновия Ноук, девочка, которую вся школа ненавидит просто так. Просто так, сочувствую. Не сочувствуешь, жаль, что другие студенты не были достаточно добры. Это очень мило. Пожалуй, и здесь найдется несколько порядочных людей. Я хотела с кем-нибудь подружиться, принесла твою коллекцию в гостиную. My gobstone collection, that is. Я имею в виду коллекцию плюй камней. Надеялась, что кто-нибудь захочет поиграть. Ты знаешь, кто такие плюй камни? Такие маленькие шарики, похожие на стеклянные. С ними весело играть. Если поиграешь, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Ну, что-то как-то вонючей жидкостью. Звучит ужасно, но ладно, давай, интересно, я и буду. Плюй камни, звучит занятно. Именно ты и пыталась всем объяснить. Но люди бывают такие жестокие, их всего лишь обдало вонючей слюной плюй камней с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. Эмельда одна из самых противных неудачниц, да и Эверетт с кем-то там. И вот эти жалкие неудачники забрали мой плюй камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. Ну, как бы... Мне кажется, они все-таки переборщили, согласен. Это уж точно. В общем, не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какая-нибудь самоотверженная и талантливая пятикурсница мне помогла. У тебя друзей нет вообще? Не, да не особо. Как-то снати со мной и поздоровалась, но больше ни слова мне не сказала. А не знаешь, как к ним добраться? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get myself. Знала бы, сама их забрала бы. Никогда здесь прятать мой плекан мне так вот такого умудрился же каким-то образом закинуть. Не могу ничего обещать, короче. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. Буду благодарна за помощь. Возвращайся, когда найдешь все мои плекамни. Do come and see me again. I'll be back to playing Snake. Скоро я вернусь к своим любимым играм, камешки и змеиному яду. Какому змеиному яду. О! И как я должен это искать на самом деле? А, типа, это будет показывать мне? Именно плюй камни сейчас? Ну давай. 6 штук. Девочка вроде милая. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни. Вон он. Вингардиум Левиоса.
Акцо. Так, один камень Зеноби уже нашелся. Не знаю, где другие, что-то там. Что, дверь не открывается? Воу. Это в высоких местах он сделал, да? Это ты? А звук-то откуда идет? Грустненько как-то. Но это было внезапно, я аж испугался немножечко так. Фиолетовые зоны, похоже, где плюй камни, да? Опа-на. Да не надо думать, у нас вот есть страничка, которая летит и показывает, куда идти. Что-то как-то не особо безопасно. Так, это кабинет прорицаний, да? Это и так все заходит? Ники? Так, Р. Я ничего не вижу. О, сундук есть. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Что? Опа-на. Погоди, Р. О. Ничего не вижу. А для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе «Чародейство и волшебство Хогвартс». Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Я не вижу, чтобы здесь был этот. Может, 4 как-то? Что? А, вон он, внизу. Вон он лежит. Все, мы нашли еще один. Сейчас. Отлично. Так, следующий. Не знаю, прикольно, по-моему. Бегаешь по Хогвартсу. Рассматриваешь все. Вот это очень странное место какое-то. Здесь можно ногу так между досками положить и все. И реально положишь ногу здесь. Оставишь навсегда. Что это такое? Четыре, ноль, один. Ну, допустим, 3. Как это работает? Что?
дракон. Вот он четвертый вроде как. То есть 6. Окей, ладно, нам сюда нужно 3. Это что может быть? Это вот это, кстати, да. Так, а здесь нужно 2. Это 4. То есть 6, 3 нужно. А 3 это то же самое. Тут такого нет. Значит, с другой стороны считать. 3 это вот это ножки такие вниз. Вот это вот. И здесь то же самое надо. Только здесь такого нет, вряд ли. И либо вот это, хотя... Не открывается. Странно. Что-то я пока не пойму, что здесь вообще делать надо. Что это такое? Это же цифры, вот это вот. Полотно. Надо одно открыть, чтобы понять, что происходит. Да? Ладно. Блин. Блин, короче, потом. Пока не понимаю, что делать. А, вот здесь что ли где-то? Стопэ. Поймал. Я к тебе не шел. Видите где-нибудь что-нибудь? А вот он лежит, я вижу его, все. Окей. Ну нормально работает, стабильно, хорошо. Даже в больших помещениях как-то хорошо сейчас работает. А, мне сюда что ли? Карта... Тяжело недопонимать. Хотя еще хорошо, бывает хуже гораздо. А просто лестница такая маленькая была, что я не понял, куда идти. Ой, 32 минуты уже прошло, кстати. Мы вообще ничего не узнали, не сделали. Если так подумать-то. Так, сундук. А, это не такое. Погоди. А как это работает? Здесь что у нас? А где это вообще вводить? Я же здесь ничего не веду, где, куда? А вот это? Что? Так, 13, дракон. Может там по головам как-то считать, типа голова 3? Количество лап! 100%! Точно, блин! Чисто 100%! 13, 0! То есть 13 нам нужно здесь 9! 9 у чего? Вот это лапки это что ли? Или 3 все-таки головы? Нет, наверное, конечности как-то считаются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такую штуку нам нужен, моллюск. Только куда? 2, где знак вопроса? Ага, все. Нам нужен моллюск. Вот такой, да.
А вверху паук 1 плюс 8. 9, 4 нужно. 4 это у нас вот такая вот. Нет. Что-то не так. А, конь. Конь, естественно, конь. А может и нет. Что, блин? Ну, у паука 8 ног. 9, то есть 4 нужно. Но у коня 4. Это что такое-то? А, вот у этой 4. Все, открылось. Нет. Девять, восемь, четыре, четыре, три, две, три. Может, вот этот габашка, которая? Вот это вот. Сколько у него там может быть? Тоже четыре, может быть, ноги. Это дракон, походу. Ну, кто почти уверен, что правильно. Давай паука попробуем. Типа 1-1, но там не подойдет так. Вот это я еще не тыкал. То есть, нет, значит, вот это неправильно. Или по картинке надо прям судить. Ну типа рог это один он. Тут два рога. Тут три башки. Здесь пять хвостов. Пять хвост еще. Тут пять. То есть четыре что может быть-то? Что может быть четыре? Ну в принципе может быть. Давай паука попробуем. Хотя это бред. Получается, вот это неправильно, что ли? Да ну бред какой-то. Тут по-другому нельзя. А, стоит 13 плюс 3, 6. И нужно 5. 5 это ящерица. Может тут 4? А может хвост считается еще 4 типа? 4. 17, а 4 нужно. Тогда 4 подходит здесь. Тут получается 9 и 4. 4 это... Что 4 может быть? Мне бу, короче, еще подумай потом. Что-то не идет. Вон он, я его вижу. А, отлично. Это что такое? Ревелион. Что с ним сделать? Да? Внезапно. Я не ожидал, что сработает. Вау! А где музыка? Что-то напрягает тишина. А вот не сработает один раз лестница, все. Так, это опять где-то... Так, тут что у нас? Ну, дай я посмотрю. Ёпта. 15, 17, 6. 6, это не знаю, вопрос, где. Что 6 может быть? Я дракон не пойму. Раз, два, три, четыре. В принципе, может быть и 6. Это 5.
8. Давай дракон пусть будет. Так, а здесь у нас что это? 9 + 3. 12, нужно 7. 7 тут не было никогда. 7 тут сроду не было. Значит, 4 давай попробуем. 9 + 4. Значит, 6 нужно. Вот 6 было. Ну, 6 тоже, по-моему, дракон же. У нас там 6 не хватало. Летающие, которые. 1, 4, 3. Хотя энергии 3 там. А сколько их всего? 9? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А, это 0. 2, 2, 3, 4. Окей, давай так посчитаем. 15 + 2, 7. Нужно 6. И 6 это у нас 9, 8, 7, 6. Почему-то ящерица. Окей, ящерица пускай будет. Так. Ящерица. 9 + 3 = 12. Нам нужно 7. Это вот какая-то медуза. Я хер его знаю, что. Вот, откроется сейчас. Да, я все, я знаю, как это решать. Это без проблем. Стеллаж для книг, в смысле, это коллекция. Ну-ка, блин. Я Ай нажал. О, нифига попал. Нормально. Нормальненько, нормальненько. Пускай будет. Прикольно выглядит. Забавно, скорее. Окей, я знаю, как это открывать теперь. Спасибо. Фига себе. Broadens the mind. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobblestones. Ревелио. А вон он, вижу. Охренеть. А чё, а вот тут где-то что? Ревелио. Блин, тут скриншотов можно понаделать, просто с ума сойдёшь. Награда за успехи в травологии. Это особая награда, присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффендуй Марабель Чесноук в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагор до бубунтюльберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Блин, кабинет просто вау. А тут что вообще такое? Блин, она как-то в воздухе висит. Надо вверх камеру поднимать, походу. Да, вот так вот. Хотя люктру-то не видно. Не, тогда отсюда все-таки кадр делать. О. Из верха она как бы показывает еще больше этот объем. Так, F12 еще, чтобы заменить потом можно будет. Так, ищем. Ищем шарик. Вон он. Нет, не он. А, вот он. Все, нашел. Это последний камень Зеноби. Пора вернуться и отдать ей, походу. Ты так больше не делай. Она перестала лагать.
Как же это охерительно выглядит просто все. Не могу. Мне хорошо очень. Так, 44, да? Я вообще ничего не сделал сегодня. Тут что ни помещение, то можно фотографировать. Феноменально. Так, ну-ка, стоп. 8, 9, то есть 4. 4 это у нас дракон, кстати. Серьезно? Я что, угадал? Походу. Так, здесь у нас 3, 6. Нужно 5. И 5 это у нас... А, ну тут я не угадал бы, да. Ай! Ты что делаешь? Ты так не делай больше никогда. Декоративный стол огромный. Ветровая шляпа мира растений. Ну-ка, что там, блядь, что? Ну, прикольненько, но он не подходит. Мне надо прическу менять. Хотя лучше подходит под капюшончик. Да, прикольненько. Я так вот оставлю. Это больно как-то не подходит. Мой чемодан на голове. Лучше аккуратненькую шляпочку. Опа, лак. Это решил. Не надо так. Опа, загрузка. А что, ночью уже настаешься? Вот на авидук. Виадук или как там его? Вау. А людей нету. Ой, не то пошел. Мне туда надо. Вправо. Да ё-моё, хватит. Шовный мир у меня. Так, где настоял-то? Кайфуха. А ты чё не спишь? Надеюсь, тебе больше повезло в моих поисках ключ ко мне, чем мне. Привет, Зенобия. Вот все твои ключ камни. Правда? Даже не верится. И как же тебе удалось их достать? Я просто гений. Здравый смысл и примитивные заклинания. Ну, ты отдаешь мне мои ключ камни? А почему бы нет? Да, конечно. Разумеется, они ведь твои. О, как замечательно. Все свои дальнейшие победы я посвящу тебе. Кстати, о победах. Теперь, когда мои плюй камни снова у меня, может кто-нибудь в гостиной согласится сыграть со мной? Ну, это не очень хорошая идея, потому что тебя их уже закинули. Это ужасная идея. Никому не захочется снова ходить в облаке вони. А почему нет? Ведь с плюй камнями так весело, и все уже знают правила. Отлично, я пойду. Пожелай мне удачи.
Что это? Коллекция? Что это? Что мне дали? А, палочку? Ладно, это я оставлю, ладно. Прикольно. Что это? Чего я должен сортировать плохо вид, что там ничего нету? Скрещение палочки раунд 1, что? А, давай вот это вот еще тоже. Сколько время там? А, ну почти заканчивать надо. Давай тогда бежим, сохранюсь. А мне ночью ничего не сделают, то, что я тут хожу. Я еще думаю, может быть, пока у меня нормально все работает, еще записать. Блин, конечно, одежда что-то друг дружку заходит. Крутой стоит какой. Я прям хожу, всем восхищаюсь, разглядываю все подряд. Тут так классно все выглядит. Ёб твою мать, дебилы! Вот поплавал Итазия, мне разрешила малый ротопили что-то. Коли раз в неделю я буду окунаться, то можно в туалете у мальчика купаться. Пожалуйста, Пипс, я из-за тебя опоздаю. Закон Ранкус Карп мне помешать пытался поймать и под колпаку прятаться, гад. Но дураки дураку, его заклинание во тьму, я устроил дурдом, его канали. Привилегии мне дали, чтобы я не пошел в разнос, согласиться ей пришлось, чтобы я в школу не разнес. И говорил такой был, купаюсь раз в неделю я, коль я чудесный образчик поведения. Чел, возьми книги. Чё ты их раскидал? Что? Он просто ушел? Ну вот. Ой, блин, там башка этого чувака появилась одновременно с Пивзом, звуком вот этим. Я очень испугался за это. А здесь я еще не был, кстати. Тут какая-то картография. Три. Lumos. Не работает. Видимо, заклинаний недостаточно еще. Жалко, если там позы какие-то сделать, типа взять так вот на перила, облокотиться, постареть. Было бы круто. Давайте вот я добежал, сохраняюсь, в общем, и на этом пока все, эту серию. Так, все. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и, как обычно, всем спасибо и всем пока.